Решение депутата было безусловно неожиданным, поскольку наш законопроект прошел все согласования, одобрение было. Соответственно, был вынесен на Думу. Мы, соответственно, в данном законопроекте мы предлагали еще и привести закон в соответствие федеральному законодательству. Естественно, мы сейчас проанализируем ситуацию, и прокурор области примет решение, обжаловать или не обжаловать. Мы прорабатываем вопросы, проекты, проекты постановлений, проекты законов на рабочих группах. Затем рассматриваем, очень глубоко рассматриваем на комитетах Саратовской областной думы и выносим как итог законопроект на заседание Саратовской областной думы. Действительно, сегодня вот эта методика, она была выполнена, технически все было выполнено, но в ходе обсуждения этого законопроекта глубже и шире депутаты приняли решение не рассматривать этот законопроект, так как есть много вопросов, на которых мы не нашли ответа на заседании Комитета по жилищно-коммунальной и строительной политике.